Приветствую вас, возлюбленная Господом Иисусом Христом, Церковь Божья в городе Керчи, святым и верным братьям и сестрам во Христе Иисусе. Приветствую всех, призывающих вместе с нами имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком месте. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, я начал с приветствия, которым апостол Павел начинал послание к церквям. Я уже один из вечеров обращался к вам с ним. Это первая глава послания к Колоссянам с первого стиха. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. И в том вечере мы уже с вами начали рассматривать то, чем обладают во Христе Иисусе верующие люди. И сегодня, читая обращение апостола Павла, с которым он начинает свое послание, мы попытаемся с вами рассмотреть еще одно из качеств, которыми обладают верующие в Иисуса Христа. И я надеюсь, что Бог нам позволит в следующих вечерах рассмотреть еще, чем обладают верующие во Христе, о котором Бог через апостола Павла говорит в начале его послания к Колоссянам. Да поможет нам Господь Бог сегодня утвердиться в том, что верующий ли я, и прославить Иисуса Христа. Мы через слово говорили о том, что верующий человек – это святой. И когда мы говорили о святости, мы говорили о принадлежности Богу. То есть святой – это отделенный Богом. И рассмотрение этого вопроса привело нас с вами к очень важному и фундаментальному принципу христианства – это вмененная праведность Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 1 глава, 30-31 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Праведность Христа – это то, что принимается верой. Свою праведность Иисус Христос дарует нам, людям. В нас самих праведности Иисуса Христа не было. Иисус Христос умирает на Голгофском кресте и дает нам свою праведность, забирая с нас наш грех. И это фундаментальный аспект христианства. Это то, что принадлежит нам, с вами, дорогие друзья, евангельским верующим. И благодарение Богу, что в небо человек попадает только по одной причине. Христос дает человеку свою святость. И источник святости – только в Иисусе Христе. Апостол Павел об этом пишет, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе. Вы знаете, это очень важное положение. Настоящая святость, она построена на глубочайшем познании нашей принадлежности Иисусу Христу. 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Христианство – это жизнь во Христе. Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и се не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Это, по сути, жизнь рожденного свыше человека. И этот рожденный новый человек, он уже пребывает во Христе. Создано, написано, во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 3 глава 23 стих. Вы же Христовы, а Христос Божий. Когда мы говорим о вере, каждый из нас должен знать о том, что верующие люди, они святые и верные во Иисусе Христе. Святой – это рожденный свыше, которому подарена благодаря вмененной праведности праведность Иисуса Христа.
Кроме того, мы видим, что верующий человек обладает еще одним качеством во Христе. И это качество верный в Христе Иисусе. И мы видим, что одно без другого не существует. Апостол Павел так и пишет: святым и верным братьям во Христе Иисусе. И тут вопрос, верны ли мы нашему Господину Иисусу Христу? Каким образом вот эта святость, дарованная нам благодаря искупительной смерти Христа, проявляет себя в нашей жизни? Верные – это те, кто предан своему Господину, предан Евангелию, предан апостольскому учению, которое провозглашает об Иисусе Христе, Господе господствующих, Царе и Спасителе мира. И Писание нам говорит, что верующие люди не могут быть неверными. Первое послание Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа, как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Здесь Петр утверждает, что Бог, родивший нас свыше, через новую природу будет производить нас святую жизнь. Всякий рожденный свыше верующий человек, он как послушный ребенок. И апостол Петр об этом говорит, как послушные дети. То есть верующий человек, рожденный свыше, он чадо Божье. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стиха. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, далась быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Новая природа во Христе проявляет себя тем, что всегда ведет человека жить в свободе от греха. Филиппийцам 2 глава 13 стиха, «потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалимый день Христов». Также Бог через апостола Иоанна описывает вот это состояние жизни Дитя Божьего. 1 Иоанна, 3 глава, с 8 стиха. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Почему он не грешит? Потому что рожден от Бога, и он Дитя Божье. И вот это семя Божье, сама жизнь Божья, она пребывает в этом дите. И он не может грешить. И это говорит не церковный совет, это говорит вам не пастор, это говорит нам авторитетное Слово Божье. У рожденного свыше человека проявляется его противление греху. Грех ему неприятен, грех ему противен. И если у него нет противления греху, то это серьезный вопрос. Вопрос его сегодняшнего отношения со Христом. Вопрос того, вообще рожден ли этот человек свыше. Или он просто неверующий человек. Несмотря на то, что даже ходит хоть каждый день в церковь или является каким-то активистом в каких-то служениях даже. Верующий человек – это тот, кому грех противен. И одна из характеристик верующего человека – это его противление греху. Грех приводит человека в состояние уныния и пустоты. А истина о Христе дарует освобождение и приносит радость. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. А то, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Но Писание, оно также говорит, что мы грешим. И это правда.
И мы сами об этом знаем. И очень часто мы ловим себя на мысли, ну а как же нам тогда быть? Дорогие друзья, новая природа – это стремление освобождения от напада греха. Иоанн в этом же послании пишет, в первом послании, во второй главе, он пишет с первого стиха: «Дети Моисея, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Также в первой главе, в восьмом стихе, он пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то мы представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас». И кажется, какое-то противоречие. Но здесь нет никакого противоречия. Дорогие друзья, мы еще имеем нашу плоть, физическое тело. И у нас еще остались в нашей плоти греховные стремления. Они еще есть. И мы живем с вами во враждебном нам безбожном мире. Есть еще противник, наш дьявол, который, как рыкающий лев, ищет, кого поглотить. Об этом говорит Петр. И дьявол очень умело использует вот эти инструменты, мир и нашу плоть. Плоть еще продолжает действовать в нас. Но у нас новая природа, которая не является рабом греха. И она никогда не успокоится пребывать во грехе. Вот эта природа новая, которая всегда будет стремиться к избавлению от греха. Природа, не имеющая покоя и удовлетворенности во грехе. Итак, верующие люди – это те, которые признают праведность Иисуса Христа как их праведность. И эта праведность, которую Иисус Христос дал нам, людям, дорогие друзья, мы ее не заработали, мы ее не заслужили, мы ее не вымолили даже, мы ее не имели. И второе, верующие люди – это верные люди. Это дети, которые верны своему Господину. Это те, которые преданы Ему. Это те, которые признали господство Иисуса Христа в своей жизни. Это те, кто продолжает познавать возлюбленного Иисуса Христа. Это те, кто служит Ему. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Вот это характеристика овец, принадлежащих Иисусу Христу. И одна из вот этих характеристик: овцы мои слушаются голоса моего. Это верность пребывания и послушание Слова Евангелия, Слова Иисуса Христа. Это верность тому, что говорит Иисус Христос через Евангелие. И если мы дети Христовы, то мы стремимся к тому, что говорит нам Христос, Господь. Евангелие от Иоанна, когда мы читаем, тут есть, вы помните, Иисус Христос предстоял перед фарисеями, которые постоянно, или другие там были представители религии, они постоянно его укоряли в каких-то вещах, что он не является Мессией. Иисус Христос говорил Слово, Слово Отца Небесного. И были люди, которые, слыша это Слово, веровали. И были люди, которые, слыша это же самое Слово, живое Слово, пришедшее сюда во плоти, и они не веровали. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 37 по 43 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, говорит Иисус Христос, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Дорогие друзья, не хотят. И за этим не просто какой-то промежуток времени, где человек, не хочу, ничего страшного, имею право. Дорогие друзья, за этим стоит, где человек будет пребывать в вечности. Затем стоит непринятие Иисуса Христа, приводит человека в гиену огненную. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы человеков, но знаю вас,
вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Если мы принадлежим нашему Господину Иисусу Христу, то наш показатель этого – овцы слушают Меня. Еще один из характеристик верующего человека, верного человека. Верующий человек обязательно встает, когда он падает. Дети Божии имеют вот это качество того, что они верны. И это не потому, что они сильны, это не потому, что мы сильны с вами. Это потому, что Он силен. И Он силен нам помочь. Послание к Евреям, 2 глава 17 стиха. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Он Сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Дорогие друзья, наша победа полностью зависит от нашего пребывания в Иисусе Христе. Наша победа полностью зависит от Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 8 глава, 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за вес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Не собственной силой, не какими-то манипуляциями или супермолитвами, или какими-то посещением каких-то мест таких религиозных, или людей каких-то религиозных. Все преодолеваем силою Иисуса Христа, дорогие друзья, который живет в нас. И эта сила стала реальна для нас во Христе Иисусе. Сила Иисуса Христа – это жизнь наша. И апостол дальше пишет: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может нас отличить от любви Божьей». Где? Во Христе Иисусе Господе нашем. Не может, когда мы пребываем во Христе Иисусе Господе нашем. И это не самоуверенность. Это смиренное преклонение перед Богом Отцом и Господом Иисусом Христом. Наша верность имеет силу верности Иисуса Христа, живущего в нас. 1 Иоанна 5 глава. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Дорогие друзья, и если мы не пребываем в Его Слове, не пребываем в Его послушании, Его Слову, мы не пребываем в Нем. Здесь очень большая опасность упасть и не подняться. Книга Откровения, 3 глава, 21-22 стих. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие друзья, давайте вместе с вами встанем и возблагодарим Господа Иисуса Христа, который есть праведность, освящение наше, который есть избавление наше от грехов наших, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Аминь.